привлечено более 200 единиц техники, более 1100 рабочих. Все наши службы коммунального хозяйства приведены в особый режим, создан штаб, имеются резервные источники энергии в случае каких-то аварийных отключений. Сейчас задействованы все силы для уборки снега, и также будем продолжать на выходных в усиленном режиме убирать площадки. Люди с 6 утра выходят на работу в усиленном режиме, работают до вечера, то есть у них просто продлеваются утренние рабочие часы, чтобы именно когда город проснется весь, чтобы что-то было почищено. Сейчас, наверное, много выпало снега, поэтому они должны спешить, трудиться. Мы едем с работы еще. Пока поэтому еще нормально, может ходить. Еще ходить можно по пешеходным дорожкам. Убирают, дороги убирают. А на дворах? Ну, понятно. Но утром шли мы по расчищенному на работу. У нас во дворе так более или менее, а на улицах вот сейчас ехала, чистят. Вот сейчас вот проходила, вот там хорошо чистят, прям три дворника.